Всем привет! Меня зовут Сергей Третьяков. Я основатель и владелец базы Третьякова поля. И сегодня я расскажу вам об одном из наших домов, о Frame. Ну вот он наш дом. Здесь у нас выключатель, который можно выключить не только здесь, но и наверху, где спальные места. С одной и с другой стороны на подоконниках у нас лежат такие беспроводные выключатели. Обратите внимание, плазма, на которой вы можете посидеть, посмотреть фильмы свой любимый, либо мы выдаем приставку Sony PlayStation 4 и порубиться с друг другом. Большой огромный диван, который вам позволит расположиться перед просмотром, либо остаться на ночь. У нас 6 спальных мест, 2 наверху двухспальных, и диван раскладывается тоже для двухспального места. Огромнейший стол с шикарными стульями, также кондиционер. Большая кухня, на которой можно приготовить все что угодно, в которой есть абсолютно все для приготовления, приема пищи. Есть же у нас тут и ложки, вилки. Есть также индукционная плита, которая вам позволит приготовить очень быстро и качественно еду. Индукционная посуда, отличная подсветочка, которую вот вы сейчас наблюдаете, и освещение на самой кухне. У нас есть тион, который позволяет очистить свежий воздух с улицы, зимой его подогреть, и вы будете всегда дышать свежим воздухом, даже здесь в доме. Несмотря на то, что кондиционер просто конвектирует. Он перемешивает вас свежий воздух, и вы кайфуете на природе, даже в доме. Холодильник полноценный, морозильная камера. То есть все, пожалуйста, то есть вы заморозите, охладите все, что хотите. Микроволновка. Дальше идем. Шикарная ванная комната включается здесь. Можете посмотреть, у нас классные раковины, инсталляция. Большая чугунная хорошая ванна, шикарный получается душ и тропический душ. Помимо этого у нас даже есть гигиенический душ, ценителей и знающий качество, пожалуйста. И огромный бойлер на 100 литров, который позволит вам принять всем душ. Мы выдаем зубные пасты, щетки, у нас есть фен и расческа, гель для душа, мыло и шампунь. Пожалуйста, все в доступе. Шикарные, мягкие, махровые полотенца вас тут просто укутают, и вы будете кайфовать. Также для рук полотенца и для ног. То есть, в общем-то, как в лучших отелях Франции. Вот. Ну и что еще у нас тут делать? Можно играть в игры. Помимо того, что у нас есть приставка, у нас есть настолки. Очень много настольных игр. Карты, башенки с заданием, непростые обычные. Бадминтон. Масса игр, которые вы здесь можете найти. Ну и перейдем на второй этаж, где вас встречают два шикарных ортопедических матраса, уже заправленные шикарным постельным бельем. Пойдемте. Ну вот, мы на втором этаже, где вас встречают очень удобные матрасы. Я на них спал, как младенец. Белье просто сказка. Дышится здесь офигенно. Ну вот, вы поднялись на второй этаж, и наши замечательные, фантастические выключатели, которые выключают свет здесь же на втором этаже. То есть вам не нужно спускаться вниз, чтобы выключить свет. Пожалуйста, класс. Ну и когда вы проснетесь с утра, вот эта тишина, она вас просто не отпустит. Вы проснетесь с шикарным видом на небо и на этот лес. И захотите остаться здесь навсегда. Ну что, друзья, вот и обзор на наш домик номер 2. Приезжайте, чтобы насладиться этим летом и зимой. У нас домики круглогодичного проживания. Будем вам очень рады.